Так, итак, небольшое интервью с нашим вратарем Романом Травкиным. Сегодня был такой очень сложный матч, дерби. Мы победили 4-1, и вы пропустили всего лишь один гол. Но очень хорошая игра. Как так получилось? Повезло или все-таки опыт? Я думаю, опыт всех ребят, хороший настрой, хорошая самоотдача. Самое главное, тактически правильно сыграли. Забили гол, играли от обороны, ждали свои моменты, очень концентрированно играли в обороне. Этот пропущенный гол, ну, наверное, единственное такое немножко недоразумение между мной и защитником, но, в принципе, больше было приятно играть, давали играть вратарю, очень положительные эмоции от игры. Ну, правда, этот матч очень здорово отстояли, поэтому мы вас пригласили уже. Прошлый матч, может быть, немного похуже был, но была очень тоже хорошая игра. Спасибо вам за интервью. Спасибо.